девичьих, когда в сердцах Бог знает, что натворить может. Голливудская звезда по-советски. Зоя Федорова. Она была дважды лауреатом Сталинской премии, уж куда выше. «Любовь как приговор». За что знаменитая актриса получила 25 лет с конфискацией имущества? Вакумов написал Сталину докладную записку, которая была озаглавлена о разработке Зои Федоровой. Кто первый протянул ей руку помощи после амнистии? Через полгода, как она вышла из тюрьмы, она стала сниматься. И было ли связано ее жестокое убийство с бриллиантовой мафией? Ей выстрелили в затылок. Это убийство станет загадкой, над которой многие будут ломать головы десятилетия. «Последний день» с Борисом Щербаковым. В среду в 19:35 на телеканале «Звезда».